Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Мощный управляющий циклон резко меняет погоду в Сибири. Тепло из Казахстана еще прорывается через предгорье Алтая к Енисею, а с северо-запада к горной системе уже приближается первый из двух холодный фронт зоны осадков. Далее более подробный прогноз. В понедельник, 23 сентября в Новосибирске днем пройдут дожди. Ветер юго-западный 2-7 с порывами до 13 метров в секунду. В ночные часы синоптики прогнозируют 10-12 тепла, в дневное время плюс 16-18 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом все. Желаю хорошего настроения в любую погоду.